Здоров, народ, с вами Good Apple. И знаете, давненько мы с вами не виделись в Бравл Старсе, и за это долгое время я уже успел поднакопить новых бравлеров, да и вообще прокачался неплохо. В общем, смотрите, у меня раньше было около 20 бравлеров, сейчас уже целых 29. Да, это уже нехилый результат, я считаю, и как вы можете заметить, я их всех потихоньку прокачиваю. Моя цель — прокачать всех бравлеров изначально до 20 ранга. Вот, ну почему так? Просто потому, что после 20 ранга у бравлеров всех забираются кубки. А мне это не надо, я просто хочу собирать кубки, поэтому собираю ранг только до 20. В общем, как вы могли заметить, сейчас я прокачиваю вот этого деда. Не помню, как его зовут, но мне осталось совсем немного, так что давайте мы сейчас погнали. Странно прозвучало? Да. Ну ладно, погнали. Чувствую, это будет не так-то просто докачать его. Блин, как всегда назло, последние кубки собираются очень тяжело. Но вроде бы с этой банкой мне никто не мешает. Мы ее забираем и бежим ближе к центру, пожалуй. Ого, сколько в центре банок. Роза там бегает с двумя банками, но у меня уже 4. Так, иди отсюда. Ну, я думаю, она меня боится. Блин, кольт может помешать. Так, ну Роза молодец, все, мы текаем. Надо запомнить, что она там сидит. Так, ну а мы займем, пожалуй, центр. Да ты чё? Блин! О, там новый бравлер. Блин, вот скотина. Вот чё тебе надо, а? Моя банка, ёп. Не, это опасно. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Зачем я сюда побежал? Ну, ёханый бабай. Так, я сразу чекаю вторую банку, которая выше меня идет. Ее вроде бы никто не приметил. Но, блин, в этих кустах еще может быть кто-то. Я знаю таких крысюков. Иди в пень. Не за пень, а в пень. Спрятался за пнем. Ну, он меня просто не так понял немного. Блин, я в не очень выгодной позиции. А вот сейчас вы вообще не в выгодной позиции. И вот у нас уже осталось последние 5 кубков собрать. Но я чувствую, это будет опять не так уж и просто. Но это ж я. Мои фразы лучшие просто. Блин, тут уже... А, такой же дед, как я. Пенсия, иди отсюда. Бля, охренели. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое, мы уже... Здесь наши полномочия, все. Так, капец. Так, куда тот побежит? Но он вроде бы не за этой банкой погнал. Так ля приколевался, никак не отстанет. Я ж тебя пристрелю когда-то. Задолбал. Блин, лоу хп осталось у него, просто лоу хп. Ага, все, на, получил. Я ж говорил, когда-нибудь пристрелю. Ага, там Шелли. Блин, я даже не знаю, я вряд ли успею эту даже банку забрать. Но я постараюсь. Хоть почему-то она не забирает даже ту банку. Ага, крысить собралась. Серьезно? О, курва! Ну все, сейчас буду разносить как бабка возле банкомата. А, текает. Еще и злой. Злой Барли. Ну, недолго он побыл злым. На. Завалили дятлом. Так, Байлин понаставлял тут свои мины. Есть, 8 баночек, неплохо так залутались. А, Бул боится теперь сюда бежать. Вот если бы мне тут Шелли не мешала, дурная. Ага, страшно стало. 13 банок, ну вот это мощь. Просто мощь пенсионера. А, зона заставит сюда подойти. Зачем оттягивать неизбежное? Ну, он старается. Йоу, нифига себе, я ему за одно попадание сколько сношу. Бро, мне тебя жалко просто. Эх, вечно можно смотреть на огонь и воду, и вечно собирать кубки на деда. Не, ну рели у деда не так много времени для 20 ранга. Скотина. Забрал мой этот ящик. Видай коробку, падло. Говнюк. О, вот это хорошо сделал, молодец. Давай. Мы ее разнесем с тобой. Красавчик, все. Зашибись, Тима. А, нет, с двумя банками, ни хрена на себе.
Где отсюда? Нет. Живем, живем. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Серьезно? Не, ну так тупить это жестко. Ладно. Ну он типа показал. Или она, кто там? Как? Через пенек, ёпть. А вот там опасный бравлер бегает. Ну уже топ 6. Топ 5, хорошо. Уже в минус не уйду, по идее. Ой-ой-ой, ты мне не нравишься. У тебя целых 5 этих. 5 банок собрала. Не, вот это вот мне не надо тут. Ха-ха-ха. На, предали тебя. Стоп, а где? Еще один. Да ну нахуй! Вот и еще один. На, понятно. Нифига себе. Это случилось? Фу, все, нормально. Так меня устраивает. Ровно 500. Просто супер. Так. Ну что, давайте теперь выберем, за кого еще будем играть. Самый бомбящий у меня это как раз таки, как его зовут, Мортис. Я за него играть вообще не умею. Поэтому я его обычно напоследок оставлял. Да. Ну тут сразу надо бежать, скорее всего. А, ну меня сейчас еще и окружат. Ну, конечно. Ну а как же по-другому? Ну, первым надо умереть, да. Ну, по-другому ж никак. Капец, у него еще и долго собираются эти силы. Два була, и у обоих по 5 банок. Не, ну это жестко. Теперь боюсь куда-то подбежать, потому что я сдалека не могу-то атаковать. Есть, нифига себе, я даже кого-то завалить смог. Вот это уровень, я понимаю, прокачался. Зря я потратил ульту, конечно. О-о-о-о, не-не, пока. Пожалуй, пока. Так, ну в принципе, я просек, как это делается. Мне нужно ждать дальний удар. И затем уже атаковать. Только на ней, я думаю, меня и так вынесет. А, нормально, его булы не почувствовал. Просто не почувствовал. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Блин, я на секунду подумал, что это я все-таки его вынес. Я рисковать дальше не буду. Главное, что мы прокачали деда. Вот это была миссия в этом видосе. Она, в принципе, выполнена. Хоть это было вообще нелегко. Да, и причем у меня такая фигня всегда, когда остаются последние кубки. Там вообще мелочь. Я там собираю 50 кубков налегке, а последние там 10-20. Это вообще нереально сложно. Да, ну что ж, всем спасибо за просмотр. Что-то я так туплю в конце ролика. Я уже заговорился, капец. Ну просто я не привык записывать все вживую. Поэтому... Надеюсь, ты досмотрел этот ролик до конца, и если это так, то большое тебе спасибо. Жмякни на лайк под этим роликом, ну а также не забудь подписаться. А с вами, как всегда, был Good Apple. Всем до скорого и всем пока. Ух ты ж, ёп, не-не-не-не, назад. Ah!